И последнее. В Покровске прошел 9-й республиканский благотворительный турнир «Строймонтаж-2002» по самбо, приуроченный к 30-летию тренерской работы и юбилею Николая Лоднева, тренера республиканской специализированной детской спортивной школы Покровска. В этом году приняли участие 202 участника из 16 команд. В турнире в основном приняли участие юные спортсмены 2004-2006 годов рождения и младше, которые в будущем будут участвовать на играх «Дети Азии» в Монголии. Эти турниры ежегодные будут расширяться, и я думаю, из этих ребят, которые на этих турнирах участвуют, будут входить ребята в сборную республики на «Дети Азии» и на большие турниры. Тренер Николай Петрович Лоднев за 30 лет работы воспитал много чемпионов и призеров республики Дальнего Востока и России. Из них 10 воспитанников – мастера спорта России. Мы бы хотели выразить огромную признательность нашему тренеру Лоднева Николаю Петровичу, поздравить его с юбилеем, сказать ему спасибо за то, что он не дал лени побороть талант. Мы его благодарим не только за победу в спорте, но также за достижения в нашей жизни. Мы ему желаем крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни. Генеральным спонсором турнира является Роман Владимирович Переходько. Он уже 9-й раз проводит этот турнир. Этот турнир является единственным благотворительным турниром по самбо в нашей республике. Иван Югуров, Александр Ярков, НВК Саха, Ангаласский Улус.